принесении службы в городе Симферополе нарядом отдельно специализированной роты было остановлено транспортное средство. В ходе проверки документов водитель начал нервничать, чем вызвал к себе подозрение, после чего попытался скрыться с места остановки. Было произведено преследование данного транспортного средства. Водитель неоднократно нарушал грубо правила дорожного движения, двигался на большой скорости. В селе Пионерском было совершено дорожно-транспортное происшествие, наезд на препятствие. При задержании данного водителя у него при себе было обнаружено прозрачных 2 пакета полиэтиленовых, в которых находилось синее вещество порошкообразного формы. Со слов водителя, это наркотическое вещество соли. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Поскольку что, ну, просто разговоров с сотрудниками испугался и не решил. Начали скрываться, да? Да. В ходе чего совершили наезд на препятствие? Да, не справился с управлением. Ваше транспортное средство? Да. Скажите, пожалуйста, при себе у вас в 2 полиэтиленовых кульках синего цвета что было? Порошок. Честно, название не знаю абсолютно. Что это за порошок и чем он является? Но, по идее, как я понимаю, это наркотическое вещество. Что именно и как, я не знаю.